четверг в Самарской области облачно с прояснениями без осадков, плюс 17, плюс 19 градусов днем, ночью 7-9, выше 0. Ветер северо-восточный 1-3, порывы до 8 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, днем плюс 18, ночью 9, выше 0, северо-восточный 1 метр в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 18, ночью плюс 9, северо-восточный 2 метра в секунду. В Самаре облачно. Днем плюс 18, ночью 8 с плюсом, северо-восточный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Геомагнитное поле относительно спокойное.